Из жаркого лета в холодную зиму перенеслись сноубордисты. Первый этап Кубка России по сноуборду в дисциплине параллельный слалом прошел на склоне всесезонного горнолыжного комплекса «Снежком». В первых стартах сезона приняли участие сильнейшие спортсмены России во главе с чемпионкой мира, многократной победительницей этапов Кубка мира Екатериной Тудегишевой и двукратной чемпионкой России 2008 года, одной из лучших сноубордисток в мировом рейтинге Светланой Балдыковой. Предыдущие соревнования Кубка России по сноуборду, первый этап которых проходил в Снежкоме в июле прошлого года, продемонстрировали достаточно серьезный уровень подготовки российской сборной. А это означает, что наши спортсмены могут занять призовые места на предстоящей Олимпиаде 2014, которая пройдет в Сочи. Сноубордисты активно к этому готовятся, и этап Кубка России – важный для них старт. Мы хотим, ввиду того, что я представляю Москву, да, мы очень хотим, чтобы победили москвичи, но реально, я думаю, у мальчишек один из наиболее сильных и профессиональных ребят, наверное, Витя Куликов. Он постарше немножко всех остальных. А у девчонок очень хочется, чтобы наша Даша Грознова выступила хорошо. Сноуборд набирает все большую популярность в столице. Скоростные спуски заснеженных склонов привлекают к занятиям сноубордом множество молодых людей. И уверены, скоро Кубок России все-таки останется в Москве.